Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, родничкин, роднушечкин, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка. Всем привет, вы на канале Против Лома. Перед началом видео призываю вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте этот ролик и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас. Я здесь, и этого достаточно для того, чтобы начать сегодняшний контент. Да, здесь уже новый участок кладбища. Мы пришли оттуда. Там вот старое заброшенное граничит с новым участком. Вот мы и вышли. Видели, из каких дебрей мы выходили. И вот на новый участок мы с вами и зашли. На новый участок Южного кладбища. Здесь уже хорошо, здесь уже чисто. Широко. Ребенок 3 года похоронен. Хотя вот тоже оно как бы новое, но оно действующее. Оно не новое, оно старое тоже, но оно действующее. Смотрите. Гладков Павел Никифорович, 1913-1955 год. 42 года ему было. 55-й год смерти. Это старое кладбище, но просто оно действующее еще. Здесь как бы есть и новые захоронения. Граничащие со старыми. Какой год? А, это 88-й. Я думал, 38-й. Думаю, ничего себе. Ну вот, то есть так же. Просто широкая. Аллеи широкие, междурядья. Да, вот смотрите, пожалуйста. Ставицкая Лидия родилась в 1937 году, трагически погибла в 1956 году. 19 лет ей было. Тут. Братья Белоусовы. 37-й. Трагически погибли 1956 год. Труфанов Владимир Васильевич, 1938 год рождения, 1956 год смерти, 18 лет. Там 87, 86. У нас здесь Соломка Слава Ранцевна. 1895-1956 год. Тоже 56-й. Громов А.М. 1892-1956 год смерти. Растительность здесь субтропическая. Междурядье вот на южных кладбищах, как я обратил внимание, всегда четкие, выверенные. Вардашов Георгий Дмитриевич, 1922-1963, 41 год. Старикова Валентин, 1924-1967 год. 43 года.
А, вот молодая девушка тоже. Захарян Ольга. 1936-1963 год. 27 лет. 61 год назад. Умерла 61 год назад, то есть тут заброшенное захоронение. Ну и сейчас мы с вами выходим на центральную аллею старого кладбища, но действующего до сих пор. Такая развилка туда и сюда. И видите, что характерно для южных кладбищ всегда, это бетонные дороги, ну частично асфальтные. Вот этот новый участок, он уже большой, огромный. Мы сюда как-то раньше приезжали, еще по работе, так как вы знаете, что я не последний человек похоронной индустрии, мы здесь бывали. Вот именно на этом кладбище. Это действующее кладбище, старое есть. Участок. На канале видео, где участок старый и заброшенный. Здесь вот памятник парню молодому. Так. Старый захоронение. Тюнина Мария, 1887-1957. Тут заброшенное захоронение уже. Ясно. Тут тоже заброшенное. Ну, видно, ухаживать уже некому. Сейчас вам покажу вид сверху. Тут 70-го года, 68-го года захоронения. Да, тут уже совсем новый участок начинается. Вот видите, как бетонируют захоронение. Тут, видите, урна даже с прахом стоит. Можем наблюдать. Колумбария здесь, естественно, нет.
Ну, а здесь вот уже все. К выходу дело идет. Тут, естественно, все убирается. Пишите в комментариях свои мысли. Все читаем, все просматриваем. Ух ты, какой памятник интересный. Садык Якушева, Таисия Матвеевна. 1915-1958. Молодая, 43 года. Это на типа мемориальной стены. Тоже 58-й год смерти, 1880-й год рождения. Все, и вот выход центральный этого кладбища. Южного кладбища. Возле Кубани, которая находится. Ну, Кубанское кладбище. Так. Подведем черту. Краснодарский край. Значит, народная артистка СССР Барсова Валерия Владимировна. 1792-1967 год рождения. Камский Борис Львович. 1897 год рождения. 1966 год смерти. Ну, вот такое кладбище получается. У нас с вами. Тут даже вот так, вот такой вот конструкцию можно встретить. Такая беседка. Наверное, крыша когда-то была, просто прогнила. Я вижу, металлические основания остались. Она, видимо, металлическая была. Просто со временем сгнила и провалилась.
Друзья, на этом на сегодня все. Не забываем подписываться на канал. Если вы еще не подписаны, немедленно подпишитесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте этот ролик. И заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Это довольно-таки не безинтересно. Мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Удачи. Всем пока. Thank you.